В преддверии 79-й годовщины Победы люберецкие депутаты, члены ветеранских и молодежных организаций возложили цветы к памятнику погибшим в боях Великой Отечественной. Память героев почтили минутой молчания. На этой стеле, установленной на территории Государственного научно-исследовательского института горно-химического сырья, высечены имена 14 сотрудников, погибших на полях сражения. Каждый год в преддверии Дня Победы люберчане приносят к нему цветы. Самый светлый праздник для жителей Советского Союза, потому что в ныне России, и мы все благодарны сегодня нашим ветеранам. Сегодня в Московской области живых осталось порядка 900 генералов во всю Московскую область. К сожалению, время берет свое, но живы сегодня генералы труда, тружники тыла, живы сегодня дети войны. И мы сегодня, вспоминая наших героев, а герои в каждой семье, каждая семья внесла в свой вклад великую победу. В 1941 году наши отцы и прадеды встали на защиту нашей Родины, не жалея ни жизни своей, приближая победу и уничтожение фашизма. Низкий поклон этим героям, которые выбиты на границе, их имена во веки веков будут не забыты.